Всем привет! Итак, давайте продолжать делать именно Питера Паркера. Так, N-панель. А, кстати, еще вот через Alt можно переключаться между вот этими сабтулами. Вот, Alt зажимаете и вот просто нажимаете на тот сабтул, который надо. Но я привык именно пока через клавишу N выбирать. Так, это что нам нужно? Нам нужно выключить все сабтулы, оставив только тело. Переключаемся на тело и через Shift отключаем все, что нам не надо. Так, еще вот можно N-панель, голову все-таки включить. Так, и опять переключиться на тело. Так, что тут? Ну, погнали, да? Так, сделаем вверх вот этот. Это Ctrl. Делаем маску. Вот так вот. Раз. Так, надо образец какой найти именно на картинке. Так, это у нас паук. Сейчас еще паука будем делать. Так. Ну, в смысле, эмблему. Так. Где я тут что скачал? Ну, наверное, так, вот этого используем. Так, текстура, включаем видимость текстуры. Ну, вот будем, наверное, вот такую классическую делать. Так, это Z отключает. Маску снимаем и погнали. Так, это плечо оставляем, живот, да. Так, это вот сюда идет. Здесь, значит, по тазу уходит. Так, здесь тоже маскируем. Уходим на плечо. Проходим по краю. Так, здесь тоже маскируем. Что-то в этом духе. Так, теперь, наверное, нужно сделать всему этому делу экстракт. Делаем так, делаем тут экстракт. Это толстовато, чуть поменьше. О, нормально. Так, снимаем маску и с этим делом будем работать. Значит, что? Сначала швы надо сделать. Так, чуть-чуть надо поднадуть. Или не, лучше маску потом накидаем. Так, кисточка стандарт. Brush. Опять же включаем автомаскинг. Backface mask. Кисточку поменьше. Интенсивность чуть, наверное, тоже поменьше. Или побольше. Сейчас посмотрим. Так, а ну-ка. Так. Так, швы наложены.
Так, теперь нам понадобится, значит, что? Нарисовать саму сетку вот эту. Так, нет, наверное, давайте сначала паука. Так, вот здесь тоже можно кант провести. Ну, вот уже что-то. Так, это теперь делаем, файл сохраняем. Так, файл save as. И теперь понадобится нам паук. Так, это выглядит вот так. Сетку сейчас еще нарисуем, будет зашибись. Так, маску нужно снять. Находим в интернете именно паука. Там разные варианты есть. Ну, давайте скачаем. И что нужно сделать будет, это, наверное, зайдем в интернет и сделаем, как уберем в задний фон. Или в фотошопе можно, кто знает как. Удаление фона на изображении. Так, ну посмотрим вот этот сначала. Так, загрузить изображение. Загружаем. Так, где оно тут находится? Паук. Так, 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 вот он. Фон убрался. Надо все это делать или скачать. И подгрузить именно в нашу программу. Заходим, находим текстуру, находим. Так, находим Спайдермена, вот этого паука. Z прибавляем, значит, яркости. Кисточка стандарт RGB Z отключаем. Draw size побольше и рисуем вот этого паука на тело. Так. Теперь, значит, C выбираем красный цвет, потому что паук красный, или можно просто маской все это дело сделать. Так. Делаем все дело почетче. Так, так, так. Есть такое дело, надо теперь его выдавить. А выдавить его нужно каким образом? Заходим в маскинг. Так, это маскинг. Mask B Color. Mask B Intensive. Делаем Ctrl-I. Теперь, значит, включаем. Gizmo. Где оно тут находится? Внизу, наверное. Да, вот. Через Alt подтаскиваем и вытягиваем паука. Так, это многовато.
Вот теперь классно. Так, что еще можно сделать? Значит, Ctrl. Так, делаем Ctrl W. Назначаем две полигруппы. Снимаем маску. И нужно отделить этого паука. Что делаем? Заходим, значит, в саптулы. Делаем вот этому шмотке дубликат. С одного дубликата, значит, что? С одного дубликата выбираем вот этого паука. Вот так вот. И отделяем. Это значит геометрия. Modify Topology Del Hidden. Так, а на другой, вот на этом костюме, вот это все дело возвращаем назад, где этого паука нет. Во. Так, это вот здесь я его нарисовал. Так, вот здесь его не должно быть. Угу. Все нормально. Так, теперь паук есть. Теперь вот на этой шмотке рисуем сетку. Так. Так. А вот здесь вот нехорошо нужно будет переделать. Ну, в принципе, там голова срастется. Угу. Так. А как же сделать паутину, да? Так, этого паука долой. Так. Угу. Понятно. Так, значит, рисуем. Итак, инвертируем раскрашенную вот эту часть. Так, что тут еще? Так, вот здесь нехорошо, значит, через Alt. Вот так. Угу.
Конечно, хорошо бы еще вот так вот сейчас через Alt тут все пообчищать, вот так, где швы, чтобы это уже цельная штука была. Так. Ну, немножко еще сейчас помудюсь. Да твою ж мать. Так, надо повыше ее брать, вот так, во. Так, надеюсь, тут не нагажу нигде. Так, вот это вот тоже покрасивейшим. Так, здесь что, тоже через Alt шов. Ну и тут, наверное, тоже это как. Так. Ну, попробуем теперь так сохраниться сначала файл. А, у меня сохранение пошло. Теперь попробуем, значит, все это дело поднадуть в деформации. Так, это инфлат. Так, что тут получается? Ctrl-Z. Так, через Ctrl, значит. Ctrl-Alt чуть-чуть дорисовать. Так. Добавляем инфлат. Это, наверное, многовато. Ну, что-то в таком духе. Так, что получается? Делаем Ctrl-W, две полигруппы, чтобы это было вот таким вот образом. Так, что еще теперь? Добавляем, смотрим, что тут да как.
Так. Майку пока убираем. Так, это майка? Нет, не майка. Вот она майка. Угу. Так, ну ничего, тогда теперь штанишки тоже убрать. Угу. Так, кроссовки тоже долой пока. Так. Делаем Ctrl-I. Делаем так. Теперь прибавляем размер ног. Ctrl-Z, опять же, наверное, деформация. Inflat. Угу. Пусть побольше будет, потому что потом выглаживаться, наверное, надо будет ее выглаживать. Так, ну вот что-то в таком духе. Кривовато, конечно. Ну, мышом что-то лучше у меня не получается. И тут еще геометрия, ну, в смысле, форма по-другому идет. Надо тоньше рисовать их, наверное, было. Ну, ничего. Внешний вид вроде, ну, вверх. Вроде симпатюшно. Так. Ну вот пока, наверное, вот на этом я остановлюсь. Так, это что получается? Так. Так, и штанишки тоже. Delete. То есть отключить. Ну вот получается вот такой Питер Паркер. Вот такая у него штукенция, такая одежа. Так, тут теперь еще вопрос в чем? Так, если все включить, капюшон на нем лучше вот так, чтобы был, или опустить его вниз. Тоже нужно два варианта будет сделать такой шмотки. Ну что, в принципе симпотно. Теперь нужно паука нарисовать на майку и раскрашивать все это дело. Еще вот что. Это я уже отдельно помудюсь. Тут надо тоже что-нибудь намулевать на руках. Так, ну в следующем ролике будем уже накрасить и корректировать. Тут что-то еще голову нужно сделать именно с маской. Все, всем пока, до свидания.